Здесь будет город-сад, а точнее самый современный, стильный и дорогой сквер города. В микрорайоне Московский вовсю идут подготовительные работы к будущему благоустройству в рамках федеральной программы. Жителям, отметил мэр, уже надоело смотреть на последствия стройки микрорайона. 10 лет здесь был пустырь. Чтобы убрать мусор, потребовалось 100 грузовиков. Всего вывезли 700 тонн отходов. Сейчас представители компании-подрядчика распланировали участок, устанавливают дренаж и бортовые камни. Мы хотим, чтобы здесь как можно быстрее получился парк, но проект сложный. Сейчас мы приняли ряд управленческих решений. Соответственно, будет корректироваться проектно-сметная документация. И будем надеяться, что подрядчик из плана графика не вывалится, а мы будем его контролировать, пока все идет по плану. В сквере будет интересно всем. Для малышей поставят детский городок и песочницу, для подростков-скейтеров – рампу, для взрослых – амфитеатр. Расположат зону для релакса и занятий йогой, а еще прогулочную зону и велодорожки. Будет здесь скульптурный парк и интерактивные площадки. Дорожки будут у нас из тротуарной плитки. Вот. То есть все экологически чисто, все из природных материалов. Террасная доска у нас будет покрыта, то есть будет площадка для занятия йогой из террасной доски. Будет амфитеатр тоже сделан из террасной доски, которая стоит на улице, не поддается погодным условиям нашим, то есть не боится ни морозов, ни жары, ни солнца. Ну, то есть колебаний температуры она не боится. То есть она будет довольно-таки устойчива. Такое благоустройство – удовольствие дорогое. Из трех бюджетов выделили 89 миллионов рублей, а это больше, чем на реконструкцию площади Ленина. По контракту срок завершения работ – 30 ноября этого года. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.